закрытие малого путепровода на капитальный ремонт, движение транспорта в направлении улицы Добрусской будет осуществляться через перекресток улицы Фрунзе и Пролетарская. На данном перекрестке необходимо будет осуществить разворот по светофорному объекту и в дальнейшем продолжить движение по улице Фрунзе в направлении улицы Луговой. Ну а уже после закрытия на капитальный ремонт основного путепровода движение, как мы сказали, пойдет через малый путепровод.